Счет запасного маршрута. Навигационные метки обновлены. Пророк, здесь кишат бойцы СЭЛ. Мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Не тормози. Сохраняйте спокойствие при включении сирены. Вы будете перемещены в отдельный блок для звучной терапии. Много тут было этих бедолаг. У медиков и шансов не было. Видели эти трупы, да? Расплавленные в дерьмо. О, Господи. Вы можете посчитать этот вопрос странным, если только живете не в Калифорнии.
правда в том, что вы ошибаетесь. За последние три года сейсмическая активность возросла на всей территории Соединенных Штатов, и это подтвержденный факт. Толчки наблюдались в районах, считавшихся до этого сейсмически стабильными. Послушаем Мишель Сикорский, штат Нью-Йорк. Да, Дерк. В течение долгого времени жители штата Нью-Йорк жили в полном убеждении, что от них до землетрясений сотни, а то и тысячи миль. На самом деле Нью-Йорк входит в тройку самых сейсмически активных штатов на востоке страны. За всю историю штата здесь случались сотни мелких толчков и даже несколько серьезных землетрясений. Благодаря современным... Попытка переподключения системы. Очистка запущена. Очистка завершена. Состояние готовности. Магнитные замки открыты. Внимание! Обнаружено инородное тело. Начато отключение автоматической системы. Так, похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк. Боже мой, тут полно зараженных. А Сел проводит зачистку. Еще и цефы эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись подземки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел морпехов. Максимум защиты. В режиме защиты внешняя поверхность нанокостюма перестраивается для поглощения поражающих факторов и защиты оператора в боевых условиях. Режим защиты расходует энергию костюма, повышает вероятность выживания при взрывах боеприпасов. Это Пророк! Взять его! Поджигай! Вижу, как попал. Вот уж угораздило, убивать останки. Хватит ныть! Предпочел бы зачищать город от цепов? Все лучше, чем разгребать это дерьмо. Скажи это Крапову. Цепы выбили половину их отделения в Гринвич-Виллидж. Он прав! Нам еще повезло. В деловом центре сейчас ад кромешный творится. Повезло, говоришь? Они, между прочим, люди. Они уже не люди. Они... Граната! Ложись! Ложись! Нужна подмога! Противника готовить! Граната! Всем!
Сзади! Пророк, возможно, туннель был не лучшей идеей. Прямо под тобой тепловых излучений масса. Будь там поосторожней. Да ты чёрт! Отвали! Отвали от меня, урод! Похоже, я сделал все, что смог. Позаботился обо всех. Что еще остается? Отправляюсь к Богу. Там их гнездо! Уходи, пророк! Террористы, брат! Точно они! Какая-то хрень из Африки! Ой, как там? И вот самолет раз... Посмотри на меня, брат! Посмотри на меня!
Говорит командующий Локхард. Внимание всему персоналу, сэр. Несмотря на многочисленные попытки медицинским путем предотвратить распад клеток у зараженных лиц, эффективного средства не обнаружено. Эвакуация отменяется. В действие вступает план уничтожения всех граждан города, заподозренных в переносе инфекции. Носитель нанокостюма, известный под кодовым именем Пророк, также является источником биологической опасности и должен быть уничтожен. Стрелять на поражение! Внимание! Обнаружена инородная угроза. Найти путь. Принято. Дожимайте. Сбейте его. Ты соображаешь, что это значит, да? Это наш шанс. Наконец! Забей на извлечение. Нам нужно пользоваться случаем. Иди и собери образцы тканей на месте взрыва, после чего быстро передай их мне сюда, в лабораторию. Это будет ответный удар на спор, а то и на все их вторжение. Ты только поторапливайся, иначе Локхард туда пошлет весь состав сел, и они там все затопчут. Действуй, Пророк, и осторожней там. Как поняли, прием. Маскировка. Маскировка включена. Маскировка включена. Доступны тактические возможности. Скользите под машинами и преградами, чтобы быстро менять позицию и уходить от преследования. Опасность. Опасность.
Маскировка включена. Вы остаетесь здесь. Принято. Вполне. И не упустите пророка. Этот ублюдок все еще наша главная цель. Вас понял. Блокпосты оборудованы через каждый двор. Под огнем! Так, нет!
они свалили до столкновения. Проверьте спасательные капсулы. Нам нужны образцы тканей с трупов. Ты еще с нами? Тебе нужно забраться вовнутрь и вытащить образец. Мы ищем останки экипажа. Любой генетический материал. Проникнуть внутрь гарантического корабля. Найди его! Ищем. Контроль, это Синий главный. Требуется срочная эвакуация. Синий, у вас есть приказ. Зачистить сектор и найти нанокостюм. Авиация близко. Держитесь. Вот ты на месте. Просканируй корпус. Проникнуть внутрь разбившегося корабля.
материал. О, Господи! Это же человеческая плоть! Это люди! Тела просто расплавлены. Послушай, без образца инородной ткани мы только время теряем. Просто выбирайся оттуда, парень. Чтобы усовершенствовать костюм. Модификация нанокостюма. Вы можете заменять доступные модули, однако в каждой ячейке может быть только один действующий модуль. Кроме того, вы можете включать и отключать доступные модули. Готово. Теперь уходи оттуда. Направляйся к шоссе. Доставить Гулду образец ткани. Добраться до лаборатории Гулда по шоссе Рузвельта.
инородной ткани. Идет ассимиляция биокода. Ассимиляция завершена. Идет перезапись протоколов глубинных слоев.